müəyyən olunan əsas prioritetlərdən biri də qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılmasıdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 3,1% artıb. Bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə daxili tələbat 100%-dən də artıq ödənilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac coğrafiyası da genişlənir. Təcrübə və innovativ texnologiyaların tətbiqi aqrar sektorun inkişafı üçün vacib elementdir. Bu baxımdan əhəmiyyətli rola malik Interfood Azərbaycan və Kaspian Agro sərgilərinə maraq ildən ilə artır. 38 ölkədən 500-dən artıq şirkət təmsil olunur ki, bu il bunların da böyük əksəriyyəti ilk dəfədir sərgiyə qatılıb. Sayca 17-ci olan Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı, Kaspian Agro və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi, Interfood Azərbaycan sərgiləri regionun ən böyük kənd təsərrüfatı sərgisidir. Представитель белорусской торгово-промышленной палаты, разрешите представить белорусскую экспозицию на выставке. 40 предприятий в этом году участвуют в выставке. От сельхозмашиностроения, мясомолочная, нефтехимия, кондитерская отрасль. Позвольте, с нее мы начнем знакомиться с нашим гостем. Добрый день. Генеральный директор кондитерской фабрики «Слодыч». Сегодня мы представляем концерн, белорусский государственный концерн пищевой промышленности. На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Привезли мы сюда ряд наших новых интересных продуктов. Александр Григорьевич, по вашему поручению было изготовлено и представлено на рынок продукция, содержащая сухое молоко, это значит печенье. Также мы представляем, кондитерская фабрика представляет новый вид продукции, карамель, желейная конфета. Эти продукты сейчас очень популярны у детей. Также у нас есть один из самых крупных производителей кондитерской отрасли, это Коммунарка, она занимается шоколадом. Мы сюда привезли новую линейку батончиков шоколадных. Также мы представили и наши традиционные продукты. Та же кондитерская фабрика «Спартак», тоже наш уже второй по величине кондитерской отрасли, представляет свою линейку, опять же, без сахара. Мы акцентировали, в принципе, продукты без сахара. У нас две кондитерские компании. «Спартак» и «Коммунарка» основные. И еще есть... номенклатуру. Поэтому также вот мы изготовили продукт без сахара, это печенье, вообще не содержит даже и муки, и никакого маргарина. Поэтому эти продукты для тех, кто не переносит белки, поэтому есть такие продукты. Акцентирую внимание на то, что «Спартак» тоже целую линейку, так сказать, без сахара продукции. Это любая продукция, и вафли, и конфеты, и шоколад, значит, любая продукция. Господин президент, я хочу показать вам две семейные хозяйства мелкие, по виноделию, по меду. Они мед экспортировали в Японию, виноделы у нас, по вашему указу. Какой район? У нас Сатлы. Сатлы? Да. Сатлы район, и компания, мы сами производим. У нас маленькое семейное производство. Вот и самое ценное, малое эти производства, особенно мед, молодцы. Работают на рынке, твердые сыры привезли для дегустации уже сейчас. Здесь продают тоже. Да. А новая продукция тоже представлена твердыми сырами. Концерн был нефтехим, удобрения, масла представлены, упаковочные материалы здесь. Сырье для приформы, для ПЭТ-бутылок. То есть мы нефтепереработку углубляем. Хорошую участие. У вас два завода. Да. Туровский завод молочный. 5 миллионов переработать нефти. Но глубокая переработка нефти – это большая, говорю, сейчас перспектива. Туровский молочный комбинат. Представлен на рынке, но новинки тоже появились, да, уже. Это киты наши. Да. Самая крупная компания, там ТЗ, Дагомсельбах, тракторы и автомобили. Да на улице. На улице покажем. Много президент про МАЗ говорил, поэтому да, у нас смотри, вот... чтобы мы.
Там, короче, у нас вот целая линейка есть машин для уборки комплексных мусоров. Это востребовано? Да, очень востребовано, считаю. На Геньджинском заводе мы можем организовать совместно сборочное предприятие. Мы поставляем шасси, ваши рабочие места, ваши люди собирают надстройки, компетенции, знания и совместно... Ну, это президентом поддержано, так что... Благодарю за это. Спасибо большое. Музыкальная поддержка на национальных инструментах. Цимбалы, да. Очень красиво, да. Синяя вечность. Спасибо. Наше предприятие знаменитое «Санта Бремер». Елена, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. С 2007 хорошая года компания «Бремер» представлена, невзирая на то, что она мультикатегорийная компания, представлена здесь рыбой и морепродукты. Я понимаю, что Азербайджан удивить морепродуктами сложно, но мы стараемся. Да. Стараемся производить те просто продукты, которые востребованы. Просто надо начинать здесь работать. По этим да, технологиям. Работаем, конечно. У вас хорошие технологии. И работаем с торговым, с дистрибутором. Компания работает с 2007 года с дистрибутором одним и тем же. Мы представлены в торговых сетях, развиваемся. В прошлом году мы продали на более чем $1 млн рыбной продукции и планируем, что года через 2-3 мы выйдем на удвоим объемы товарооборота. Компания «Савушкин продукт» в прошлом году мы поставили на 4 600 000 долларов молочной продукции. В этом году темпы роста по итогам первого квартала значительно выросли. Мы планируем расширить объемы производства желтых сыров, вот свежие сыры поставлять. Это моцарелла. У нас широкий ассортимент сыров. От свежих сыров, то есть творожных сыров, которые есть в Азербайджане, до сыров желтых, включая сыры длительного срока созревания. Все же знают хорошо вашу продукцию. Да, торговые марки «Савушкин» и «Брест-Литовск». Это лучше. И в этом году по итогам первого квартала мы значительно приросли товарооборот по сравнению с прошлым годом первого квартала на 70% выросли. 70%? Да, да. Поэтому я считаю, что работаем мы неплохо, и очень приятно, что люди приходят на выставку пробовать продукцию и говорят, мы вас покупаем. Гродненская область представлена у нас Гродненским мяском. Я представляю Гродненский мясокомбинат. С 2016 года мы осуществляем поставки в Азербайджанскую республику, готовые колбасные изделия. В этом году открыли этот рынок по поставкам говядины халяль. В Советском Союзе лучшая область была, в Советском Союзе, но они и держатся. А это уже просто как бы стейки, да? Готовые? Да. Готовые. Для домашнего использования. Разработали. Это наш новый продукт. Скоро будем, надеюсь, поставлять на ваш рынок. Спасибо, что посетили. Успехов вам. Спасибо. Успехов. Sərgi iştirakçıları arasında Azərbaycanla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Belarus, Belçika, Cənubi Koreya, Çexiya, Çin, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan, İsrail, İtaliya, Latviya, Niderland, Rusiya Federasiyası, Serbiya və Türkiyənin müxtəlif şirkətləri də stendlərlə təmsil olunur. Belarus bu il sərgidə 41 şirkətlə təmsil olunur. Komselmaş, Slutsk Pendir Fabriki Açıq Səhimdar Cəmiyyəti, Magilov Ət Emalatı Zavodu Açıq Səhimdar Cəmiyyəti, Minsk Süd Kombinatı nömrə 1 Açıq Səhimdar Cəmiyyəti və digərləri öz məhsullarını ziyarətçilərə təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin stendi barədə də məlumat verildi.
Nazirlik Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri xidmətlərin göstərilməsi, torpaqların səmərəli istifadəsi də daxil olmaqla aqrar bölmədə dövlət siyasətini işləyib hazırlayan və onu gerçəkləşdirən, normativ hüquqi və iqtisadi tənzimləməni həyata keçirən, fitosanitar və baytarlıq sahələrində xidmətlər göstərən mərkəzi icra hakimiyyət orqanıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 29-cu Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgilərinin açıq sahəsində nümayiş olunan stendlərə də baxış oldu. Avtomobil zavodunun idarə heyətinin sədri Xanlar Fətiyev məlumat verdi ki, zavod müxtəlif modifikasiyalı Belarus traktorları, MAZ və KAMAZ yük avtomobilləri, avtomobil kranları, müxtəlif təyinatlı qoşqular, ekskavatorlar, özünü yükləyən və özünü tənzimləyən xüsusi traktorlar, Haller markalı məişət tullantıları toplayan avtomobillər və müxtəlif asma avadanlıqlar istehsal edir. Belarus Milli Stendinin açıq sahəsindəki pavilyonda iki şirkət təmsil olunur, Komselmaş və Minsk Avtomobil Zavodu. MAZ-ın Şərqi Avropada distribütör şəbəkəsinə 160-dan çox müəssisə daxildir.